белый главарь. Может, я покемарю? Гаврил Петрович? Нет. И так мы здесь торчим. У всех на виду, как три тополя на плющихе. Ты еще здесь разляжешься, как собака. Читать. На даче будем жить, у барыги одного. Договорился сейчас. Это тебе, Вася. Гаврил Петрович, это тебе. Спасибо. Чистая шерсть. Скучно без водки. Женские туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 43, 45. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. А он еще губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал. 10:00, арматурного склада. Шофер, мой человек. А деньги? Шмотки? Готово. Стой, Гесьена, место я знаю. Пора. Карту купи, лапоть. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Нет тут никакого сена. А может, ты опять что-нибудь забыл? Может, не в сене, а еще где? Пасть порву. Доцент, а доцент? Ну, что делать-то будем? Прямо так пойдем. Так? Засекут. Прямо так. Пусть думают, что мы спортсмены. Эй, ты! Иди сюда! У тебя какой срок был? 1 год. Ладно, с собой возьмем. Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялту. Говорил, порожняком пойдем. Семьдесят первая. 46-я. Чего? 32-я. Филонишь, гад. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны. Так вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, не воровать без меня. Дерево там такое. Милиция. Лейтенант Славина. У нас такого нет.
То есть как нет? Да, ответа не было. Я доцент. Поздравляем. Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Какой культурный нашелся, а? А когда ты у себя там на колонке бензин, ослины и мочу разбавлял, не был паршивым. Я ему давеча говорил, у меня насморк. Нырять заставлял в такую холодину. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Вы как хотите, а я иду в милицию. Да, иди. Тебя он не тронет. Если бы мы еще шапку принесли. Доцент кто? Жулик. Жуликов много, а шапка одна. Где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас. Я обязательно вас найду. А что ты понимать-то? Где хошь, говорит, найду? И горло перережу. Ты куда шлем дел, лишенец?